Борец за свободу товарищ Ленин, Лев Троцкий, Парижская коммуна, лейтенант Шмидт. Первых советских танков было только 15, и все они имели собственные имена. С них началось советское танкостроение. Рассказ об этом в фильме «Оружие». Появление на полях боев Первой мировой войны неуклюжих ромбовидных танков открыло новый этап истории военного искусства. У пехотинцев появился хорошо вооруженный, защищенный и подвижный таран. Танк сопровождал солдат на поле боя, затаптывал проволочные заграждения, подавлял пулеметные точки, врывался в передовые окопы врага. Он стал средством прорыва хорошо укрепленной обороны противника, что подтвердили бои на Западном фронте. Русская армия в годы Первой мировой войны танков собственного производства не получила. При этом промышленность Российской империи выпустила много разнотипных бронеавтомобилей, или, как их обычно называли, броневиков. Они приняли самое активное участие в сражениях мировой и гражданской войн. Первый бронеавтомобиль был построен в 1902 году в Англии. Опытные машины строились и в других странах. На вооружение в России первые серийные броневики были приняты в 1906 году. В составе вооруженных сил новой советской России уже в 18 году появились особые мобильные части. Они назывались броневыми автомобильными отрядами. Их задачей было усиление боевой мощи кавалерийских полков и дивизий. На вооружении таких отрядов находились пушечные и пулеметные бронеавтомобили. Танковые войска были образованы и в составе вооруженных сил Юга России, которые вели борьбу против большевиков. Техника для них прибывала морем из Великобритании и Франции. Англичане оснащали белогвардейские части легкими танками Mark A Whippet и тяжелыми Mark V. Французы – легкими Renault FT-17. Вместе с бронетехникой прибыли военные инструкторы. Тяжелые английские машины в России называли «Рикардо». Легкие танки – «Тейлор» по типам их двигателей. Наиболее совершенным в то время был французский Renault FT-17. В отличие от своих британских собратьев, он был оснащен поворотной башней с возможностью кругового обстрела. Его компоновка – отделение управления впереди, боевое в центре и моторное сзади – стало классической. FT-17 был прост в изготовлении, эксплуатации и обслуживании. Через большой носовой и башенные люки было очень удобно забираться в танк и покидать его. Водитель имел хороший обзор, а стрелок без особого труда разворачивал башню при помощи плечевых упоров. Небольшой танк был бронирован почти как тяжелый, представляя собой гораздо меньшую цель, и отличался хорошей проходимостью. Renault FT-17 – легкий танк. Боевая масса 6,5 тонн. Длина корпуса 4 метра. Толщина лобовой брони 16 мм. Двигатель карбюраторный мощностью 39 лошадиных сил. Скорость до 8 км в час. Вооружение – одна пушка калибра 37 мм или один пулемет калибра 8 мм. Экипаж – 2 человека. Renault FT-17 оказались первыми трофейными танками рабоче-крестьянской Красной Армии. В марте 1919 года, неподалеку от Одессы, бойцы 1-й заднепровской бригады Никифора Григорьева разбили войска союзного экспедиционного корпуса. Среди захваченной техники оказались 4 французских танка. Один из них григорьевцы отправили в Москву в качестве подарка вождю мирового пролетариата. 3 танка доставили в Харьков, столицу Советской Украины, и включили в состав броневого дивизиона особого назначения при Совете народных комиссаров Украины. Ленин серьезно заинтересовался трофейной машиной. Вскоре Совет народных комиссаров решил организовать производство аналогичных танков для Красной армии. Основной причиной, я считаю, это возможность промышленной базы России и то, что имелось уже в Советской России для производства подобных машин.
Это и производство двигателей, которые способны были такую машину, скажем так, или такую вес машины обеспечить энергией, скажем так. Завод АМО уже выпускал карбюраторный четырехцилиндровый двигатель, который использовались там. И Жорский завод тоже самое поставлял броневые листы необходимой толщины. Вот, и поэтому практически создавалась возможность для создания машин данного класса. Осенью 19 года Рено был доставлен на завод «Красная Сорма» в Нижнем Новгороде. Августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый советский танк, скопированный с небольшими изменениями с французского образца. Как и следующие экземпляры, он получил собственное имя – «Борец за свободу, товарищ Ленин». Рено «Русский» – легкий танк. Боевая масса – 7 тонн. Длина корпуса – 5 метров. Толщина лобовой брони – 16 миллиметров. Двигатель – карбюраторный, мощностью 34 лошадиных силы. Скорость – до 8,5 км в час. Вооружение – одна пушка калибра 37 мм, один пулемет калибра 7,62 мм. Экипаж – 2 человека. Всего было выпущено 15 машин. «Пролетарий», «Свободная Россия», «Победа», «Керчь» и другие. По документам они назывались «Красная Сормова», «КС» или «Рено Русский». В боевых действиях гражданской войны сормовские танки участия не принимали. Первые автобронеотряды Красной Армии комплектовались отечественными броневиками и трофейными гусеничными машинами. Большую часть танкового парка составляли тяжелые британские «Рикардо» и легкие «Тейлор», которые прежде воевали у Деникина и Врангеля. В эксплуатации эти машины были очень тяжелы. Из-за высокой температуры внутри корпуса до 80 градусов, загазованности, испарения бензина и масла танкисты нередко падали в обморок. У многих носом и горлом шла кровь. Ввиду особо сложных условий работы для поддержания духа и восстановления сил, танкисты получают ежедневно 200 граммов водки или соответствующее количество спирта или виноградного вина. Пункт 53 инструкции отряду танков. Штаб 9-й армии Кавказского фронта. 1920 год. После гражданской войны танкам пришлось осваивать помимо военных и мирные профессии. Несколько бронеотрядов были отправлены на помощь голодающему Поволжью, где танки использовались для вспашки зяби. Не менее важной задачей было участие в парадах. В конце 20-х годов с вооружения стали сниматься отслужившие свое ветераны. Трофейные и русские «Рено», британские «Рикардо». Им на смену пришли отечественные бронированные машины. Первый танк, разработанный советскими конструкторами, был принят на вооружение в 27-м году под индексом МС-1. Малый, сопровождение, первый образец. МС-1. Легкий танк. Боевая масса 5,3 тонны. Длина корпуса 3,5 метра. Толщина лобовой брони 16 мм. Двигатель карбюраторный, мощностью 35 лошадиных сил. Скорость до 16 км в час. Вооружение. Одна пушка калибра 37 мм. Спаренный пулемет калибра 6,5 мм. Экипаж 2 человека. Это была легкая маневренная машина, предназначенная, как следует из названия, для усиления пехотных частей и подразделений. Поэтому танк был хорошо вооружен. Как и во французском «Рено», поворот башни и наведение в цель орудия производились с помощью плечевого и спинного упоров. МС-1 приняли боевое крещение в 1929 году во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге.
Забайкальской группе особой дальневосточной армии была придана рота из 10 танков. Машины проявили себя положительно в целом, но был ряд недостатков. В первую очередь, это слабое бронирование и тихоходность машин. Вот. Ну и как вооружение, слабая эффективность осколочно-фугасного снаряда 37-мм пушки. По результатам боевого применения МС-1 пытались модернизировать. Но в серии улучшенные машины так и не пошли. Руководство Красной Армии пришло к выводу, что их боевая ценность не оправдывает затрат на модернизацию. Всего было выпущено 960 танков МС-1. Они стояли на вооружении Красной Армии до конца 30-х годов. Затем их передали в распоряжение укрепрайонов на западной и восточной границах СССР. 23 июня 1941 года танк МС-1 без двигателя был установлен в качестве неподвижной огневой точки для охраны моста через реку Друдь около Белыничи. Экипаж 4 часа держал оборону, подбив 3 немецких танка и бронетранспортер. За этот подвиг сержант Гвоздев и рядовой Лупов были представлены к награждению орденом боевого Красного Знамени –